Сейчас вы думаете, почему я на старте видео показываю, как я строю свой дом? Но это не просто дом, это дикхаус для клановых геймеров. Познакомьтесь, это клан французов, которые рейдили всех в округе. Я, конечно, пытался им противостоять, но их было реально много. А это я. И угадайте, что будет дальше? Ха-ха-ха, дальше будет мясо. Ну, как вы понимаете, дикхаус им не понравился. Лестница, тихо. Он залез на крышу. Лутай. А вообще, у меня был план по уничтожению французских булочек. А какой план? Вы скоро сами все узнаете. Ну а в начале видоса спонсор Видика. А если у тебя есть лишние скинчики, то ты можешь их приумножить на Растран. Успей ввести мой промокод на полбакса. Баланс также можно пополнить ненужными скинами или деньгами, после чего меняем их на скины и делаем ставочки. Я обычно забираю свои скины на ставках X1 и X2. Также на Растране появились кейсы, и один кейс ты можешь открыть на халяву, понимаешь, о чем я? Ну а если у вас возникли сложности, тут есть техподдержка, которая вам обязательно поможет. В группе ВК проходит розыгрыш на ПК. Заходи. Может быть, ты станешь счастливчиком. Используй мой промокод и выигрывай. Ссылочка в закрепе. Знаете, зашел я на сервер. Смотрю, думаю, ну домики как домики, да? Ничего необычного. Простоял в очереди, тут вообще соло замок. Смотрите. Что это такое? You want to suck my big black cock? Come to me, f***ing noob. I'm from Africa. You have white small pee-pee. I have big black pee-pee. You noob. You bitch. You bitch. You bitch. You bitch. You bitch. После очень интеллектуального разговора и выяснения, кто из нас пляж, я побежал искать фармил и наткнулся на замес калашистов. Ну и конечно же я решил туда сбегать. Может быть тут кого-то жахнут? Это не трупы? Тут есть трупы? Тут есть тип в топ-сете. Лол. Я могу уйти отсюда, но могу попробовать их убить. Пока, ребят. Получается, я ёнькнул пушки сейчас. Ну а после того, как я ёнькнул пушки, я решил побежать на аутпост, чтобы отстроить мой первый домик. Ведь я понимал, что там будут огромные клонины, которые я смогу достать. Соло-геймер какой-то живет. Мне твой конь понадобится. Включаем легальный чит на беспалевную ходьбу и мчим на аутпост. Трюлёфнуто. Но подходить близко я не стану. Фух. Я добежал. Я забежал на аутпост, переработал все свои компоненты и пообщался с фанатами папа клана. Папа, how's it going? Hello? Big boy, папа. Ну а потом я купил ресурсики, чтобы построить мой первый домик. Поставлю себе туалет какой-нибудь. На топовый антирейдовый дом мне точно сейчас хватит, но вопрос. Где я смогу его воткнуть? Тут везде кого-то рейдят, а я даже дом не могу построить. Долго бегая по окрестностям, я еле как смог найти место, куда я смог бы воткнуть свой первый туалет. То есть антирейдовый дом. Мне еще хватает на шкаф даже и на два ящика. Отлично. Отличный антирейдовый дом, я считаю. Тут настолько много кланов, что у меня просто нет ФПСа. Один слева на крыше, один снизу. Снизу, походу, откис. Увидев такой сочный замес, я, естественно, решил подождать типа, который будет убегать с этого файта. И ждать его долго не пришлось. Он ко мне бежит сам. What? Ага. Suck penis! Понимаю. А я домой. В мой топовый антирейдовый бункер. И если вы думаете, что я добежал домой без приключений, вы ошибаетесь. На сервере 300 слотов, люди были везде.
мне нужно очень много скрапа сейчас. Я не знаю, как мне его поднять и где мне взять скрап на улучшение моего дома, но мне нужен скрап. Ну а по пути я решил забежать на аутпост, чтобы купить метальчика и поставить металл двери. Мне нужно хотя бы добавить какую-то буферку в моем доме, потому что выходить из него нереально страшно с таким стафом. Я построился среди какого-то муравейника, тут дом на доме. Я схватил админский топор и побежал фармить деревце, ведь мне нужно было хотя бы расширить мой домик, чтобы меня никто не подсидел. Окей, сейчас я обустрою свой домик, и надо будет посмотреть, что это вообще такое за вышка возле меня. Возможно, я там смогу ёнькнуть пару пушек, которые в турелях. Ну а пока я достраиваю домик, я хотел вам напомнить, что вы можете поставить лайк, написать комментарий, тогда мы точно попадем в тренды. Угу, а еще подписаться не забудь. О, я хочу пить. А тут есть кактус. Турели с пушками, никто их даже не попытался разбить. Хм, ну ладно, это я сделаю. Сервер фулл, и никто не пытается разбить турели. Питончик. Почему оно не гниет? И как только я выбил питончик, я побежал знакомиться с моими соседями. Хелло! Ну а потом я побежал в темпе вальса фармить камушек, ведь мне нужно было заапгрейдить мой домик. Фух, ну хоть хватило мне на этот домик. Кстати, я могу сейчас пару дверей металл еще воткнуть. И будет все вообще пушечно. Мой домик превратился в каменный, и я уже мог спокойно бегать и искать фармил. Вау. Неподалеку от меня я нашел один интересный домик, в котором я мог бы что-нибудь залутать. И решил туда заглянуть. Ага. И вы не представляете, что я нашел. Телефон! Хелло? Я буду ему названивать, пока он не офигеет. Хелло? О, хелло. Hello. Hello? Hello, do you hear me? Yes, yes, I hear you. How many rockets do you have? Because I wanna raid your base right now. You are very funny, man. Он скинул. Hello. Who are you, brother? Stop calling us. Hello? What do you want? Give me stuff and I stop calling you, my friend. No, I'm fuck your ass. Hello? Please stop. What? Fuck you, man. Stop calling us. Why? Stop. Я его настолько сильно задолбал, что он решил просто отрезать провода. Ну а пока я болтал по телефону, неподалеку от меня стрельнул калашист, и я решил туда сбегать и посмотреть, что там происходит. Уху, мен! Чего? Что? Что? Уходим, уходим домой! Откуда у тебя столько? МВК! Дурак! Да! Да! Я дома! Что это нафиг такое? Я, конечно, не эксперт, но, по-моему, это слишком много МВК. Играю на сервере час. Спасибо. Засейвив МВК, я решил вернуться к этому домику. Bro, tell me, what the fuck is going on? How many high quality do you have, man?
Да ты все спиздил, пиздец. Чувак, ты прикалываешься? Откуда нафиг столько МВК у тебя было? Ну, просто повезло немного. А тебе повезло еще больше. Ебать, ты меня разъебал, пиздец. Я только на сервер зашел, чтобы ты понимал. Я этот питон с турели достал. Серьезно? Да. Охуеть. Ебать, я дебил. Бля, все, я не хочу нахуй играть в эту игру. Как так можно было? Слушай, я тебе могу 200 МВК принести в обмен на какой-нибудь верстак. Как тебе идея? Давай. Пойду ему 200 МВК принесу. Я тут оплату принес. Получается, я у тебя и второй верстак забрал, и ящик МВК еще в добычу. Лужук. Ну это вообще пиздец, я просто не верю то, что так бывает. С тобой приятно иметь дело. Блять, с тобой вот не очень. И здесь произошел переломный момент. Я познакомился с бомжиком, который мне рассказал про клан французов, которые его зарейдили. А так меня вот этот вот клан сегодня зарейдил. У меня была здесь кибитка рядом. Я у них калаш свистнул, и они сразу ракетки принесли. Понял. Плак-плак. Ну ничего, разберемся с ними. Я думаю, мы их победим. Но надо для начала свой дом укрепить. Я понимал, что хранить такой драгоценный лут в таком доме — это не вариант, поэтому мне пришлось его немножечко заапгрейдить. Блин, а мне не хватает, чтобы это все загрейдить. А в МВК грейдить я точно сейчас не стану. Улучшая свой домик, я услышал, как кто-то неподалеку от меня рейдит ракетами. Я решил туда сходить. Я сидел и ждал подходящего момента, когда же я к ним смогу подойти. И этот момент настал. Не, это Unreal. Тут Unreal их всех убить. Просто Unreal. Но я попробую. Я попробую еще раз. Я уверен, что это смерть. Я к этому готов. Ну а еще я хочу попробовать их убить. Не, это Анрю. Такой зерк убить Анрю одному. И это была моя первая встреча с кланом французов. Потом я решил взять немножечко МВК, буквально две строчки, и пойти обменять его на скраб, ведь мне нужен был скраб. А еще я решил попытать удачу и поиграть на ставочках. Оу, найс. Зачем мне столько много скрапа? А мне нужно было изучить электричество, чтобы поставить свой автосалон. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отлично, можно еще лампочки изучить. Семь. Я купил средние детали для тачки, потому что они крафтили со второго верстака. Купил немножечко метальчика и отправился домой грейдить мою базу.
Я обустраивал домик, никого не трогал, как вдруг на меня напал челик. И этот челик был моим соседом. Офигел, что ли? Бомжара. Мне нечем было его рейдить, поэтому этот домик я оставил на потом. Hey, my neighbor. Why you so easy, man? А еще, чтобы не сидели бомжары у меня под хатой, я решил поднять полностью буферку и сделать выход через второй этаж. Потом я решил посмотреть, как поживают мои французики. Я его прям по башке попал. На следующий день меня, увы, никто не зарейдил. Я выбрал потолок, и у меня оставался план. Поставить автосалон. Мне нужны были абсолютно любые ресурсы, поэтому я отправился на поиски фермеров. Фармила. Маленький сочный фермер. Беглец? Лежать? Это был какой-то мастер зажима, что ли, который ни разу по мне не попал даже с МПшки. Понимаю. Меня интересует, что тут за деревня каких-то русских челиков. Hello? No, 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 I'm friendly. I wanna buy your stuff, man. Ah! What the fuck, man? Парабола? Парабола? Это вот к нас сбривал здесь. Зверь стреляет. Это чизи. Я не специально. Это... По 250 скрепов стоит номер в сутки. Не игровые, а такие реальный день. Ребята отстраивали отель, и мешать им я больше не собирался. Ведь кто-кто, а это я точно знал, насколько это тяжелый труд. Но и номер в отеле я для себя приметил. В доме у меня уже абсолютно не было места, но постоянно возле меня кто-то рейдил. И туда не сходить я не мог, вы же меня знаете. Я так полагаю, эти пацаки уже лут переносят. Это не есть хорошо. Жалко будет, конечно, потерять эту ЛР-ку. Но мне она сейчас нужна. Когда челики будут взлетать, я попробую их убить. Они уже улетают. Они сейчас еще раз туда полетят. Пока я их ждал, в моей голове появился гениальный план. Сбегать за лестницей, ведь я понимал, что если я их убью, мне по-любому нужно будет забираться к ним на крышу. Они сейчас по-любому куда-то полетят, потом поедут обратно домой, и там я их приму. О, они полетели перерабатываться. Вау. А еще в этот момент ко мне присоединился репринцип. Алло, алло. Алло. Я только что двоих сбрил в топ-сетах. А, я понял тебя. Я уже практически загрузился на сервак. На КД. Вопрос остается открытым. Куда улетел калаш? Ё-моё, мне не хватает лестницы, чтобы сюда попасть. А вот и моя лестница.
О! Уголь. Я решил тут не мешкать и решил ёнькнуть все самое основное и спрятать в кибиточку, где не было шкафчика, который стоял практически в упор. Дима? М? Да-да. Я встал. Прям видишь, где три магазина? Да, да, вижу. Я очень близко. У меня коня убили. Убил его. Еще раз. Это ты с калаша жаришь? Да, да, да. У меня коня убили, мне нужен бус, чтобы к ним попасть. О, здравствуйте. Так, давай, не, вставай. Не, давай, буст. Я тебе лестницу поставлю, там была у них. Окей. Они закрылись. Залетай. Надо тут забрать все. Это твой дом? Нет, это не мой дом. Я просто это засейвил, типа то, что забрал у них. Ух. И он два шприца, вот, если вы не против, конечно. Все, ёнькни отсюда, прям все забирай. Поедем домой. Они заберут это. Вот это нормально. Ты по таймингу ворвался. Просто по таймингу. Нормально ты тут так развлекаешься. Офигеть, оружие привалило. Просто забей. У меня план создания тачек. То есть мы сделаем броневичок. То есть надо будет построить гараж, верно? Автосервис. Да. А тело спереди бежит за домом 120. Попасть не могу. Можно поднять пацака. Ладно. Опа, пацана сбрили. Братан, ну мы тебя подняли, как бы. Ну и наконец мы решили отстроить наш гараж. А 2 на 2 будет достаточно, и один закат вот сюда сделай. Если тебе чисто под одну машину... Может быть, ну, это просто не гараж будет, это автосервис, а гараж потом отстроим, если у нас будет много тачек. Так, ну пусть будет так. Серьезно? Да, она длиннее стала. Но она влезала в 2 на 2. Ну, теперь нет. И пока мы строили гаражик, я услышал, как возле нас рейдят разрывными, и мы решили туда сходить. Опа! Готов? Не сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Давай их примем во входе. Да-да-да-да-да. Быстрее, пока двери не поставили. Минус один, там еще один. Пусти на размен. Сидит, сидит. Готов. Болт, аккуратно, с крыши. А, 10 разрывов было у него. Извини, но мне нужны бинты. Шкаф открыт. О, нормально. Шкаф открыт? Да. Можно двери свои воткнуть. Давай, дверь ставь. Я не могу. Шкаф закрыт. Давай, 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 давай. Тут тип! Здравствуйте. Стой, стой, стой! Я его убил. Я ему хотел какие-то ресы отдать, возможно. Но я быстро забрал. Ну давай просто не будем ломать ему ничего. Типа, реально отдадим ему все там остальное. Сейчас я бы за его счет покушал, честно говоря. Я могу ему записку в доме оставить. И пароль туда закинуть. Домик мы решили не забирать и оставить этим парням. А пароль я решил им написать на табличке, которую поставил у них в доме. Все, нарисовал. О, о, стой, 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 привет, стой, стой, привет. Стой, не двигайся, не двигайся. Подожди, не бойся. Подожди, не бойся. Мы тебя заинтерейдили, тихо, все нормально. Тихо, дом нормально. Забираете себе, дом пароли себе, смотри, на этих нарисованы на табличках. Мы сейчас уйдем. Мы сейчас уйдем. Да, да, мы заинтерейдили, мы уходим. Мы уходим. Пароли на табличках пароли находятся. Пароли на табличках находятся. Пароль табличка наверху, смотри. И только мы собирались все, линять мы отсюда, уходим. Нас прижали. И под домом начался конкретный ад. Мы чуть-чуть тебя пересидимся, чуть-чуть ладно? Тебя пересидимся, ладно? На, возьми. Ты можешь вот, нам помочь шприцы, выйти отсюда. Шприцы, я только серого вас забрал. Половину ткани засейвил вам. Только давай без лишних движений, потому что мы тоже можем прийти и вынести. Да, я выйду на размен. Да, на размен, выйду. На размен. Давай. На размен, выйду. Слева. С Б
Сбрил. Там еще один. Тут болт. Справа болт. Угу. За домом, прямо сразу. По нему стреляют. Чизи. Давай, давай. Еще. Убил. Слева, да, да. Давай, давай. Там еще типа. Ебать мне в голову дали. Вышка, вышка. Я тебя поднимаю. Я тебя поднимаю. Давай, давай. Убил питон. За этим сидит. Он просто вешает бошки и все. Я стенку поставил. Вон там. Давайте, удачи вам, ребята. Аккуратно застройтесь нафиг или переедьте, потому что невозможно тут играть с таким ушлепком. Все, ребят. Удачи вам, мы антирады вам скинули, можете одеться. Давайте. Вот это я понимаю, благотворительность была. Ну да. А еще у меня появился сосед, который постоянно сидел на вышке. Мы его хотели огорчить, я побежал домой за лестницами, но он оказался дружелюбным парнем, и мы решили с ним друг друга не трогать. Там гантрапы, ты не залезешь, если ты пытаешься это сделать. Ну давай, попробуй. Эту хату сегодня два раза рейдили. Ресов нет. Могу это показать. Да ладно. Получается, мы соседи. Вот, видишь вышка сверху? Да. Ну, типа того, да. Да, вон, видишь? Вон, пойдем покажу, кто меня рейдил. Кто это? Истером. Да, это хозяин дома. Успей. Он играл на этом сервере давно и показал мне пару домиков, которые я мог бы прорейдить и забрать оттуда очень нужные мне детали на машину. Давай я. Да, не-не-не-не, стой, прикрывай. Да, полезно мне, по сути, это и не нужно вот было. Эту штуку. Сейчас, одну секунду. Подними вот. Крафти дверь, замок. Я все тут заберу, что вы думаете? Я им что-то оставлю? Я тут все заберу. Сейчас по красоте выведу. Все, у нас есть теперь чем тачки делать. О, нормальная тачка, слушай, трехмодульная. Шиш. Так, а что на ней там написано? BMW, Bentley, Audi, что? Запорожец. А, ну это определенно, это ретро-карчик, это у нас. Это Запорожец. Это старые военные такие тачки, помнишь, раньше были? Как сейчас помню, ездил на них. Не, на таких ЧБГ в молодости катался. Тут тип ниндзя какой-то. Who are you, man? This is it. Как тебе тачка? Так, а где мой этот? Reprints of car? Пока что его нет. Я предлагаю просто покататься, бочки пофармить. На чизи мобиле? Да, да. И как вы, наверное, уже догадались, мы отправились на фарм и поиск новых машин. А еще мы решили затестить экскаватор, который был на свалке. А как это сделать? Ну, в смысле, там же есть какие-то эти... Чувак, какая-то фигня происходит. Дядька, ты сейчас ее разъебешь. О, пошла, пошла! Ты куда? Чувак, а как это вообще, как это управляется? Короче, я уничтожил экскаватор. А еще у меня был гениальнейший план. Встать на тачке на дороге возле какого-нибудь кланового дома. Можно тут встать. Давай, че, выходим на осмотр. О, знаешь, что можно сделать? Да, я понимаю. Короче, проезжаем дальше. Стреляем. Тем самым байтим типов на выход. А мы типа вот здесь встанем. На тачке. Они будут выходить. Давай постреляем. Давай, раз, два, три. Все, садись, садись, садись сзади и сиди. Все, сидим до последнего. У меня обзора нихера нет, кстати. Давай, давай. Я его убил. Лутаем. Где садись, 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 садись. Иди, иди, иди себе, блядь. Болт,
на огненных. Danger. Болт на огненных, аккуратно. Я не знаю, где это он сдох. Ты увидел? Кого? Труп где-то у тебя. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ищу, мне прилетело больно. Я поехал отсюда. Давай, я попробую встать. Наш план был практически реализован, но я не подрасчитал того, что их было очень много. Потом мы решили провернуть ровно то же самое, но только уже с французским кланом. Так, я тут. Ты можешь выпрыгнуть, дать мне сет? Да. Так, и ключ. Все, сидим тут и ждем их. Опача. И, как видите, эта тактика приносила свои плоды. Тут их много. Я знаю, я уже им показывал, где здесь где. Одного убил. Дал хит. Мужики, есть хил? В смысле, он не умер? Ты живой? Убил его. Еще один. Хорош. Это ты был? Нет, я двоих убил. Хорош. Я думал, это ты был. Еще одного убил. Димка, добей его, да. Хорош, все, я ему 3 хита дал, отлично. Ну а потом мы снова решили выгулять Чизи Мобайл и поехали на остров, где рейдили домики. Ну поехали. В этот с крыши, видимо, стреляет, или что, я не покупаю маленький. Тут двойной мост, смотри. Ля. То, что надо. Ну, хотя бы спрятать, чтобы они ее не видели. А то они кемпить придут. Подожди-ка, я в тачку сяду, додики по мне тут стреляют. Дай сесть. Все, они уехали. А. Ну и в этот момент мы даже и не представляли, что на этом острове нас ожидает. О, тут стреляют. Уже стрельба? Угу. Тут коптер у меня. Из хозяина, говоришь? Топки нет. Мы можем подождать их тут. Ну да. Вот хорошее место, кусты, допустим. Либо мы можем посмотреть, что они там делают. Идут, тихо. Идут? Да, тихо, сиди. Жду твоей команды. Давай! Один минус. Угу. Лутаю у него калаш. Топка была? Да, есть 204 штуки. Оп. Я отхожу. Давай. Прям направо лети через речку, да? Нам коптер понадобится, разбивать нельзя его. Вот, налево сейчас. Подальше, они ж увидят. Ты можешь пока припарковать его, а я побегаю. Я знаю, где челик один сидит с болтом. Видишь, да, он стреляет? Да, я тоже теперь вижу. Ну, он попадает в меня. Минус. Окей. Он с болтом, да. Ты забрал болт его? Да. Оп. Запомнил, где на карте. Один, 30 секунд другой. Умер, две башки. Отлично. Коптер летит. Ты топаешь, да? Вдалеке, да? А ты, да. Типы сели. Угу. Отходи назад. Типы сели. Вижу их. Их двое, нас пушат. Да, вижу.
Убил справа. Вниз. Коптер. Смотрит. Что, летит? Да. Да, вижу, садятся. Пусть садятся, пускай рейдят. Еще два рыла садятся, да. Меня они вроде не видят, они что-либо дебилы, но если начну стрелять, я покис. Так, спустились все, один остался на крыше. Куда он смотрит? В сторону коптера, в сторону Е, в сторону влево. Все где еще он? На крыше стоит, все еще на крыше стоит, смотрит в мою сторону. Он АФК, могу сбрить. Он умер. Хорош. Ласт остался, по идее. Я внутри. Минус два. Отлично. Разрывные есть. Отлично, ракетница я сижу пустая. Я снайпер, Тут еще кто-то. Тут еще кто-то наверху. Ты? Я сверху, я на крыше, я снайпер. Мы можем засейвить это и вернуться. Это лучший вариант. А, я понял. Так, чувак, сейчас я весь что смогу в себя впитаю. Нам нужно отойти просто в смолстэш и поныкать или дом построить деревянный. А, деревянный дом хуевая идея. Норм идея. Лучше, чем здесь оставлять. Это само собой. Живешь? Да. Убил одного! На иксовочку! У меня есть! У меня есть иксовка. Брат, у меня самый ценный лут сейчас. По съебам. Я спрыгнул вниз. Я петляю. Я тоже спрыгнул. Чувак, это что было? Хилься, нормально. Я все прекрасно понимаю. Короче, по факту у меня инвентарь шприцов. Дай мне одну скоростную в дорожку. Так, я посмотрел на карту. F-17. Все, готов? Ай, летят! Он сел тут. Тихо. Слева. Хорош, мужик! Да. Хорош! Это тот один был, это один был тот. Коптеры по съебам? А сейвиц... Да! И еще раз да! Полетели! У нас три коптера или два коптера? Два коптера, давай туда, куда не знаю. Туда, куда не знаю. Понял. Куда-нибудь. Тип, снизу. Где градус? Под деревом. Смотри, дерево большое, видишь? С базуки туда, прям в него. Да, вот, 280. Чувак, сейчас еще одну заряжаю, еще одну заряжаю. Прям в дерево давай. Че, домой летим? С этого замеса мы поимели огромное количество оружия, и мы даже решили поставить пару магазинов, чтобы на утро у нас было очень много серы. Вот, смотри, какая тема. Какие у нас планы на завтра? Уничтожать всех и вся. Я в шоке. Нас никто еще не зарейдил. На третий день нас тоже никто не зарейдил, поэтому у нас оставалась одна самая главная цель – клан французов. Мы решили сбегать подфармить немножечко камушка, чтобы отстроить наш дикхаус возле клана французов. Смотри, какое место офигенное. Чё, старая добрая вышка? В стиле Димаса? Так, надо вспомнить, как я ее делал. Вот так я ее делал, смотри. Они оценят, я думаю.
Так, смотри, давай ставлю шкаф сразу. Допустим, вот сюда. Никто поймет, что тут шкаф. Да. Так, как мы будем делать его? Я думаю, большой не будем делать, длинный, да? Держал. О, так мы сможем по их территории лупить, слышишь? Это офигенно. Да. О, они прыгают. Там, они прыгают, там бегают, это хорошо. Че, мы тут это? Вот так вот делаем, смотри. Да. И вот я помню, вот отойди-ка. Вот я делаю еще вот так, так и вот так. Слушай, они что-то заподозрили, мне кажется. Я, конечно, не эксперт. Жду команды открыть огонь. Они к нам сейчас, по-моему, полетят, нет? Я не уверен, но, по-моему, самое время им дать пизды. Они висят пока, видишь? Давай. Готов? Раз. Хватили. Минус коптер. Есть пробитие. Минус коптер. Досать! Две башки минус. Две башки минус. По-моему, мы ребятам обозначили, что мы здесь. Мне кажется, им больно. Что теоретически они могут отсюда, ну вернее, со своих окон в нас ракету пустить. Ну это ж хорошо. Пускай пускают, мы этого и ждем. Ёп, твою мать. Опа. Мне кажется, плохая идея была тут окна ставить. А где мой Томпсон? Они тут! Где мой Томпсон? Чувак, вот, я не знаю, где он. Он улетел вниз, мне видимо. Мне страшно. Так а вот страшно, ты не бойся. Тихо, я с тобой, все нормально. Если что, я сдохну первым. Тихо, тихо, тихо. Please, don't raid my base. Guys, don't do it. Лестницы ставят. В смысле лестницы? Где мой Томпсон? Лестницы, тихо. Вот они ползут, ползут. Фак, где именно? Вот здесь, будет. Вот здесь, прямо, куда я смотрю, вот здесь. Он залез на крышу. О! Лутай. А? Он домой зашел. Убил. Блять, повалили меня. Я ему очень больно дал. Я его убил. Если получится, можешь меня поднять. Поднимаю хилю. Окей, я попробую слутать его или не надо? Не надо, там еще один. Он меня убил! У него 0 хп! У него 0 хп, чувак! Он вниз упал! И он? Он жив, наверное. Или упал, я не знаю. Я внизу валяюсь. Что? Добил, 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 еще пришли. Я внизу валяюсь, чувак. Еще одного убил. Еб, мой лысый череп. Меня убили. Я рядом. Я им очень много дамажу. Один в воротах. Бля, 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 бля. Живу, живу, живу. Блять, сука! Можно через аутпост и прям выехать к нашей вышке, сзади сесть, смотри. Ты не сразу колесить поедешь, а вот как только я убью, потом сядешь в машину и поедешь лутать их, потому что по-другому Unreal. И смотри, чтобы не с левого бока выйти, нужно на правое сиденье садиться, понял? Да, я знаю. Это вот так работает. У них там все открыто, прикинь, одна дверь, короче, и мы в луте, но тут турелей куча. Минус ветряк. Опа. О. Где? Я в него пульну. На. Опа. На крыше, по-моему, бегает. Убил. Убил, вот сейчас точно убил. Все, пойду засейвлю ракету пока. Димасик, срочно необходим шприц. Это откуда по нам стреляют? Да хер его знает, шприц нужен срочно. Выходить из дома они боялись, поэтому я решил применить секретное оружие. Гудок машинки. Ха-ха-ха!
Слушай, мне кажется, это им не нравится уже. Песня! На чё там? О! Ой, как это громко слышно, слышишь? Это кошмар! Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Outre mes deux mondes sans toi, sans espoir et sans regret. Si tu n'existes pas, je serais davantage l'amour. После того, как Репринцев спел свои серенады, я закидал их смог гранатами, но они так и не вышли к нам. Обидно. Но, так как война с ними продолжалась, мы понимали, что либо мы их вынесем, либо они нас. Смотри слева, как его крутит. Фристайл. Рокомакафо, смотри. Я тебе могу дымку включить. Иногда у нас фарм шоу по плану, а иногда вот примерно вот так. Если она забьется сейчас туда, это будет печаль и грусть. Типа идут. В смысле идут? Я сейчас сдохну. Кар! Я открыл. Открой. Тебе, садись в машину. Садись, выключи. Назад пересаживайся. Не успеем, не сможем. Чувак, мы в такой жопе, просто забей. Ебать! А еще со временем французские клан-геймеры нашли, где мы живем, и приходили к нам под дом. Блин. Давай домой зайдем. Меня убил челик. Чё, нас рейдят? Нас рейдят? О, их тут много. Минус один. Нет, он выжил. Добил. Я умер. А, тут зарейдили, слышь, а то вышел. Член. О, они с пуликами. Чел. Ты с ракетницы стреляешь, говорю. О, они не попадают, они слабые. What, папа? Take it. Thank you. And pistol bullet. No, I give it to you, man, take it. Wait, can you give me pistol bullet, please? И так как я понимал, что все равно мы зарейдим французов, я решил купить у них третий верстак за 1000 скрапа. Ну и наконец-то мы смогли изучить взрывчатку. Ну а спустя пару часов у нас появились соседи, которые постоянно сидели у нас с двушками под хатой. И вы не представляете, насколько сильно у нас от них горело. Что слышно? Что я слышно? Тут соседей убиваю, которые у нас под хатой сидят. Этих тосов мы сейчас пойдем рейдить в первую очередь. У нас топлива нет. Ха-ха, хорош! Долби разрывными. Отойди. Еще одна дверь. Это. Разрывными добьешь? Да, я думаю. А у них там еще гаражки. Да похуй, одна. Дай-ка. Давай. Все. Разрывные есть?
все, кончились, все. Все, что было, это. Давай я сейчас бахну. Что они там застроились? Убивайте, убивайте, убивайте! Еще, одного еще! Сбрил, одного сбрил! Еще! Секунды и бегу. Отлично, бегу. Тут где-то мой калаш валяется, блин. Я ёнькнул, походу, его. Какой твой калаш был? Дальше число и кроет. Все, крой. Все, крой. Шкаф выписывай, выписывай из шкафа. О, тут серо, тут опал. Тут серы. Тихо, не дай. Кто впитывает, ты? Да. Окей. Угля много. Очень много угля. Калаши и орки, забирай сразу болт. Ну и жителям отеля я потихонечку помогал развиваться. Я поднять хотел. Hello, dude, it's a wolf after me. It's a wolf after me. Can you please kill it? Please. Спасибо. Go fight. Oh, thanks, one, bro. One. Это мой голове сло, ёб твою мать. Окей, okay. Okay, take off armor, take off armor. No armor, no armor. Yes, no armor, let's go. Ту 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 ту. Let's go. Two, one. Ну, если честно, нечестно. Да ладно, я подниму его. Есть что-нибудь мне поесть? Hello? Блин, take it, bro. You guys just revive me. Oh, what's this? Oh, thank you, bro. Oh, it's a shotgun. Wait, do I need ammo for shotgun? На, держи антирейдовую маску, тебя не пробьют в ней. Я думаю, только если под водой. Они к нам идут. Один минус. Убил, походу. Нет, он жив. Лежать. Скажи мне, принеси что-то пожрать, ладно? Блядь, ты крутой. Это ты? Еще один минус. Минус три. Я их убил. 35 только. Ну, 35 неплохо. 35 возьмешь? Да. Тебе надо это, полутать трупы немного. Пойдем за мной, заберешь шмотки. А также мы сбивали каждый вертолетик, ведь нам нужно было очень много ракет. Ой, ща ракеты в меня полетят. Уа! Надо, чтобы он ближе подлетел, тогда собьем. Да, 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 все, не трогайте пока. Папа, привет. Ты что так пугаешь? Я думал, тут чел с двушкой. Че, ты зарейдил хатку? Прям под нами упал. Да, готов. Можешь? Не-не-не, я не зарейдил. Сишки ракеты. Сишки ракеты, чувак! Да ладно! Да! Итого? Да, 4 сишки и 6 ракет. Пока что. Космос. Ну, болт. Опа, болточка. Ну ладно. Патрончики. Патрончики? Берите, берите, берите. Ну ладно, 4 сишки, 6 ракет, это офигенный вертолет. Накрафтив ящик ракет, мы были готовы выносить французскую базу. Кибитку нам там строить не пришлось, так как у нас там был дикхаус. Я думаю, вывезем. Есть что, съебемся. Я могу вытолкать челика на коптере, слышишь? Не, у нас пулеметчик есть, подожди. Давай, давай. Пулеметчик, готовься убивать, готовься убивать. Убивай, убивай, убивай! Не-не-не, он не сможет, сейф-зона. Нет, сейф-зона уже. Есть сейф-зона. Он сейчас взлетит, слушай, и полетит прямо. Попробуй сбрить его. Тут сейф-зона, походу. Минус! Смотри, полетел тупо!
но его не полутать. Ааа, жопа. Мы взяли с собой все ракеты, киборга-убийцу Филина, посадили его с пуликом на вышку и были готовы рейдить этот дом в онлайне. Я пойду им ворота взрывать. Давай. Да. А где турели? О, тут есть! Где она? Ой, не попал. Слева прям. Она мимо пролетела? Хера себе. Попал. Прям фундамент просто лупи, с флешем заберет. Попал. Хорош. В стенку тупо или да, что? Да, в дверь. Ну да, в стенку стреляй, дверь от... летит. А туда где же. Они, не понял? Туда же. Они, наверное, я не знаю, АФК. Ну ничего. Ой, чувак, это... Много тут бункеров. Дай шприцов срочно. Ух! Это надо сразу домой нести. Левый нижний, смотри. 80 хп. Держи. У тебя больше нет оружия? Это шкаф был. Ты шкаф пробил? Да. Лол, чё? Но тут проблема. Кто-то к нам пришел. Свой. А где с пуликом, тип? У меня прям на мне. Я чуть не сдох. Я умер! Он хилится. Он умер. Хорош. Сосать плюс лежать. Тут ящики. Тут много ящиков. Ракеты. Да ладно. Да, ракеты. Много, полторы строки. Что, дорейживаем? Дорейживаем, да. Нафиг, тратим все ракеты, отойди. Я думал, дом слышь? Квадратный, у них треугольный дом. Да. Слышь, Филин, тут ящики, было. Ящики. Зашибись. Металл, ткань, очень много ткани, камень. Смотри, сколько топки. Дай гляну. Забирай металл, надо сразу идти грейдить у нас хату. Пока, давай, топку немножко возьму. Давай пенис в металл сейчас загрейдим просто. Пока мы переносили основной лут, появились хозяева дома, которые начали отбивать его. Не ты с пуликом был? Нет, с меня пулик подняли, скорее всего. Я вижу его. Он с базукой наверху сидит в комнатах. Да, сколько? Понятное дело. Убил! Второго. Хорош. Все. Там их двое дай. Всего было? Вроде было двое. Третий наверху сидит. Под домом. Два бомжа. Минус второй. Там еще один. Отлично. Кто по мне стреляет? Фашист какой-то. Виктория. Ну это тиммейт их. Он с ракетами. А где он? Я не вижу этого типа, который по мне сейчас калашашил. Откуда? У меня кровотечение и очень мало хп. Я, скорее всего, досвидулькнусь. Ты можешь не спуститься, и я тебя сейчас это похилю. Давай, заберем все самое... Забирай все самое... Да, относи. Заберем все самое ценное и домой. Я пулик нашел. Прекрасно. Тут хилок много. Они пытались отбить свой домик, но Дик Хаус победил. Уже второй клан. Ха! Ну а лут нам уже был не нужен, мы решили его раздать бомжикам на аутпосту. Hello, Nakeds! Nakeds, come to me fast! Nakeds, come to me fast! Смотри, сколько бомжей идут. Take it, man! Take it, guys!
О, чизи! Фига прикольно. Come to me, guys! Come to me fast! О, oh, naked! Take it, bro! Take it, bro! Цип, 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 take it! Let's go! Okay, sorry. Get ready, 3, 2, 1, now. Этот чмошник меня со всеми ракетами убил. Серьезно? Да, он вышел и убил меня со всеми ракетами, блядь. А с чего он тебя убил? С Ребика. Иди сюда. Держи, заряжаю ее сразу. Туда в дверь? Да, туда в дверь и в окно просто, ну. Давай, готов? В дверь ты напеживай. Я уже туда надамажил 20 чем-то патронов разрывных. Давай, туда. Давай! Yes! Он гранату кинул. Как можно быть таким лохом? А, ты победил. Чувак. Вот тебе онлайн рейд эпичный. Ну а перед выходом я решил пожертвовать ресурсики на расширение отеля. Я тут вложение принес, как бы. Я помню, у вас топливо брал, но так и не вернул его, поэтому это немножечко вам. О-о-о. Я знал, в кого я вкладывался. Naked, don't worry, hey, man, come here. Come here, brother. This for you. Goodbye, bro. Ну а те, кому действительно этот ролик понравился, не забудь поставить лайкосик, ведь это самая большая поддержка моего канала. Ведь я стараюсь только для вас. И спасибо всем огромное за то, что вы досмотрели до конца. А вообще уже практически лето началось. Желаю всем хорошо его провести и уж точно не болеть этим летом. Я устал монтировать этот ролик. Сейчас 8 утра, я монтировал примерно сутки этот ролик, вот прям непрерывно. И надеюсь, он вам понравился. Напиши комментарий какой-нибудь. На самом деле я сейчас не тяну время, потому что ну куда еще больше тянуть ролик на час. Просто хочу сказать всем огромное спасибо. А вообще, всем пока. Ну и обязательно переходите на канал Репринцева, он мне очень сильно помог сделать контент на этот ролик. Он реально крутой парень. Переходи и передавай ему приветик.